Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вибудовувати кордони хоч не хоч, а доводиться у повсякденному житті. І як же зробити це так, аби не нашкодити стосункам, знає Аліна Бунас, психологиня, кандидатка психологічних наук. Тож ми дуже раді бачити вас в нашій студії. Пані Аліна, от справді кажуть, що кордони дуже важливі для нашого життя, тому що як ми їх побудуємо, так ми будемо і спілкуватися, і взагалі мати щось те, до чого йдемо. Абсолютно вірно. Я би сказала, що ця тема, наверное, самая популярная в кругах общественности и такого общественного сознания. Ну, часто говорят о психологических границах, как о личных границах, либо личностных границах, но суть это одна и та же. Это умение отделить себя от других. Это в процессе такого понимания, осознания себя, своих желаний, интересов, потребностей, человек способен отделиться от другого, дабы сформировать свою автономную, самостоятельную личность и дать возможность этой личности раскрыться. А формирование границ начинается и продолжается, в принципе, до тех пор, пока человек эмоционально и физически взрослеет. Формально в процессе, там, не знаю, до 3-5 лет ребенок уже имеет часть сформированных границ, если родители ему позволяют. На сегодняшний день речь идет о 6 таких психологических видах границ. Я, наверное, о них расскажу тогда. Будь ласка, так. Ну, тобто, це так важливо знати, так? І, да. Щоб розібратися взагалі, що з нами відбувається. Да, потому что много говорят об этих границах, и есть уже какая-то такая, мне кажется, чуть-чуть... Иллюзия про границы, как что-то такое, что я должен там отстаивать, защищать, чуть ли там не нападать с защитой. Поэтому вот хотелось бы, наверное, сакцентировать внимание. Есть физические границы, но это вот буквально ощущение своего тела, своего личного пространства, не знаю, там, удовлетворение физиологических потребностей, которые есть у человека. И если не удовлетворяется, блокируется что-то, то человек, естественно, будет испытывать дискомфорт. Ну, то есть, дозволяем мы что-то, или не дозволяем? В отношении себя и своего тела, абсолютно. Угу. Да, вот... Близко подходить, я не знаю, просто спілкуватися, обійняти. Да, так? Привет и обниматься. И человек, зная свои границы физические, он говорит, ты знаешь, я как-то не очень люблю обниматься, давай рукопожатием ограничимся. И это будет правильное расставление и защита своих границ, но при этом мы не нарушаем границы другого человека. Але дамо зрозуміти, що ближче ні. Ну, да, поки що, абсолютно, да, пока мы не будем готовы к этому. Следующий вид границ – это эмоциональные границы. Это насколько я могу отдать психологической энергии, поддержать другого, вникнуть в его переживания без ущерба себе. Если я не готов эмоционально включаться, можно так и сказать, что ты знаешь, я сейчас не хотел бы говорить там, на эту тему, не хочу продолжать, потому что я не могу эмоционально быть полноценно в контакте с тобой, там, либо в этой теме. Третий вид границ – это временные границы, когда человек ощущает ценность времени как ресурса для себя, и, соответственно, он легко определяет приоритеты, на что я точно соглашаюсь, что я, от чего точно я готов отказаться. Угу. Ну, с часом у нас часто виникають проблеми, особливо зараз, коли така величезна зайнятість у людей, і часто, знаєте, такі питання призводять до конфліктних ситуацій, тому що в мене немає часу, це означає для багатьох відмова і небажання робити щось для вас, наприклад, або з вами спілкуватися, чи ще щось. Ну, мені кажеться, тут как раз проблема в том, что человек плохо ощущает свои временные границы. Сколько мне нужно времени, например, чтобы там выслушать вас, там, либо сколько мне нужно времени, чтобы помочь что-то сделать. И вот это неощущение как раз и порождает, что мне лучше отказаться, мне лучше, ну, как бы пренебречь сейчас чем-то, потому что я действительно плохо понимаю свои, ощущаю плохо временные границы. Следующий вид границ – это материальные границы, ну, в буквальном смысле ощущать, что это там моя вещь, моя территория, мое пространство, что-то вот материальное, на которое я имею точно право, и я могу как разрешить пользоваться, так могу и запретить пользоваться. При этом я могу озвучить четко правила, как можно пользоваться моими вещами. Мои речи не носите. Точно. И никто не обязан делиться там с братьями, сестрами, особенно. Вот очень классно в детстве у ребенка это формируется, когда родитель дает понимание ребенку, что это твои игрушки, но ты можешь делиться, а можешь и нет. И это очень классно работает. Следующий вид границ – это интеллектуальный.
признавать и иметь такую мысль о том, что другие имеют право на свои собственные идеи, мысли, мнения, суждения и так далее. И не обязательно подтягивать мнение других под свои, либо наоборот, свое мнение, как большинство сказало, так я и согласен. Ну и последний вид границ – это сексуальные границы. О них речь идет, наверное, больше тогда, когда есть партнерские отношения, когда есть конкретный партнер, с которым мы проговариваем, что допустимо в отношениях, что точно неприемлемо, что нравится, что не нравится и так далее. Но обязательно базовыми, наверное, к сексуальным границам можно отнести это доверие, это уважение к партнеру, к его чувствам, к переживаниям, к желаниям. И поэтому, если партнер отказывает в близости, то не агресивничать на это, а принимать, что да, он имеет на это право. Так, звичайно, ці всі кордони, це дуже добре розуміти, знати. Але тут дуже багато питань з приводу кожного пункту, от, про який ви сказали. Ну, от, наприклад, коли ми можемо розібрати деякі з них, то часто інші люди, з якими нам доводиться спілкуватися, дуже часто близько спілкуватися, не розуміють, що ви будуєте ці кордони, що ви ставите їх, що ви можете сказати про те, що мені це не подобається, або я не буду. І тут конфлікт, так? Да, вот в этом-то и загвоздка, что ощущают наши границы, особенно когда мы их выстраиваем, те, кто чаще всего их нарушает. И вы правильно заметили, что это как раз близкие люди, которые в тесном контакте с нами пребывают, где наше «я» растворяется с ними. А я начинала с того, что граница – это как раз ощущение собственного «я». И вот как, заявляя о том, что у меня есть какие-то границы, я имею на что-то право, конечно, будет протест, агрессия, конфликт неизбежен. Но это, знаете, как… Там, не знаю, если неправильно срослась нога, то ее нужно сломать, дабы правильно выставить и чтобы пойти. Як це болісно, так? Очень, а що робити? Очень. Треба відмовлятися від близьких людей? Чи нам все ж треба так вибудувати, щоб і не відмовити, і відстояти себе? Точно відстояти себе і бути на своїй стороні. Це точно. Що значить відказатися від близьких? Ми ж не можемо їх поміняти. Не можемо. Так, тому то й справа. Але якщо ми будемо відстоювати себе, можливо, що нас не зрозуміють. Або не зрозуміють. Звісно, не поймуть. Звісно, не поймуть, тому що якщо ми самі не відчуємо свої границі, ми і не будемо звучати для других понятно, чітко і внятно. І тоді, звісно, рядом з нами близькі будуть дивитися і думати, как-то ты несерьезно о своих границах заявляешь. Я бы еще отметила, что выстраивая границы, озвучивая в отношении себя какое-то правило, мы обязательно должны его придерживаться. Как бы нам больно, там, неприятно было, как бы мы там уже в процессе хотели бы поменять условия игры, но вы уже озвучили, на то они и границы, что вы их озвучиваете, поэтому прежде чем что-то выстраивать, нужно понять, а что для меня реально ценно, важно. Ну, перш ніж озвучити, тобто спочатку продумайте, зрозумійте себе і зробіть для себе кордони, а потім їх вже проговорюйте з іншим. Якщо хочеться конкретних шагів, то я б, мабуть, почала з того, що перше, людину необхідно взяти відповідальність на себе за построєння своїх личних границь. Я несу відповідальність і більше ніхто. Ну, наприклад, от в повсякденному житті, може нам треба з'ясувати, що ж некомфортно, так? Вот, так треба зрозуміти, яка степень дискомфорту або комфорту. Може, все устраивает, а я просто вот в потоке общественного мнения ощущаю, что все выстраивают границы, а я тут такой безграничный. Да, вот поэтому, наверное, да, здесь нужно понять, дискомфортно мне или меня все устраивает. Если есть этот дискомфорт, то начать с того, что значит тогда надо научиться слышать свои желания, свои потребности, свои интересы, свои ощущения. После этого научиться их прям вот произносить в голос, чтобы другие слышали, что «а я хотел бы вот так», «а я могу вот так». Ну, даже там банально, там «спасибо за критику», но в такой формулировке, как она звучит с твоих уст, она меня ранит. То есть я вот прям заявляю конкретное действие и конкретное чувство от того же, как это выглядит, чтобы человеку тоже было понятно. А це працює, Аліна? Да. От, справді, зараз люди почали нарешті приходити вже вільно до психологів, починають спілкуватися, розбиратися в собі, в стосунках і все решта, так? Але ж поки що ми на такому переходному етапі все одно. Ми не знаємо, як правильно, тому ми пробуємо. І наші стосунки, звичайно ж, вибудовуються лише з наших позицій і з нашого досвіду, з того, що ми можемо зробити для себе. Абсолютно точно.
только то, на что человек готов, то он к этому и делает шаги. Если человек не готов менять что-то в отношениях, его, например, что-то не устраивает, но он при этом ничего и не меняет, то оно и не изменится. Конечно, в первую очередь это осознание и понимание себя. Однозначно с этого нужно начать. Угу. И вы знаете, вот мне кажется, в обществе какая-то такая тенденция пошла. Все заявляют о том, что выстраивание границ – это нужно просто научиться говорить «нет» всем вокруг. И вот защищать свое «нет». Да, может быть, в этом и есть какое-то рациональное зерно, потому что человек, который умеет сказать «нет» другим, он говорит «да» себе в этот момент. Тут я согласна. Но в плане того, что только это, ну нет. До того, чтобы озвучивать о границах, заявлять о них, нужно проделать колоссальную внутреннюю работу человеку. И начать нужно с проработки чувства вины, которое возникает у человека, когда он защищает свои границы. Ведь проблема же не в том, что кто-то нарушает наши границы. Проблема в том, что когда я отказываю человеку, когда я защищаю, я начинаю испытывать чувство вины. А дивіться, Алін, якщо, наприклад, ви комусь відмовили, ну таким чином, так, ви сказали ні, я не буду це робити, наприклад, і не змушуйте мене, то в такому випадку ви можете зрозуміти, що будуть інші реакції. Тобто ви можете взагалі більше не спілкуватися з цією людиною, ви можете відмовитись там, не знаю, від роботи, ви щось втратите. Як тоді бути? Вам важливо залишитись? Вам важливо залишити ці стосунки, наприклад, чи роботу, а ви змушені відстоювати. Як тоді? Ну вот в этом, наверное, и проработка чувств с психологом и заключается, чтобы человек осознанно подходил к этому. Зачем и что я сейчас делаю? Что я пытаюсь отстаиванием границ, заявлением о себе, что я пытаюсь достичь? Без осознания, конечно, тогда получается какое-то такое хаотичное действие, которое не приводит к результату, а только к разрыву социальных связей, когда человек теряет больше, чем он мог бы получить. И тогда как-то вот обидно за человека становится. Конечно, у человека есть базовое чувство вот этого, знаете, необходимости быть в контакте с другим человеком, не утрачивать этот контакт. И если вдруг он утрачивается, то у человека появляется страх, что я отвергнут, меня пренебрегают мной, есть какой-то страх, что я не нужен. Поэтому получается, что вот в работе с психологом тоже это прорабатывается, осознается и становится очевидным для человека. Что является корнем этого? Может, это низкая самооценка, может, это просто банальное отсутствие понимания себя. Много же людей ведь в банальных вещах теряются. Там, спросите, что вы хотите на выборы, человек такой... Аліно, а от скажіть, от, коли ви пропрацювали свої власні кордони, чи стало вам легше, чи стало вам простіше жити? Ну ви ж не народилися з цим почуттям, так? Точно, ні. Це довелось зробити, так, роботу над собою. Абсолютно. Дійсно, з границями ми не рождаємося, границями ми навчаємося в процесі життя їх обретати. Коли... Мое осознание пришло. Но однозначно поменялось качество жизни. Конечно, поменялось качество жизни, а вместе с ним и субъективное благополучие. И я не знаю, почему вот сейчас подумала о том, что когда ты ощущаешь свои границы, когда ты ощущаешь себя, ты научаешься любить, жить своей собственной жизнью. Вот Но как... вы втратили что-то за тот период? Да, конечно. Втратили. Часть людей, часть контактов были утеряны. Да. Нові з'явились. Да. Ось так, бачите, тобто ми своїм «я», ми своєю свідомістю і тим розумінням, хто ми насправді, можемо краще зрозуміти інших, можемо знайти інші контакти, які, можливо, нам потрібні зараз, а від інших відсторонитися. Абсолютно. І це, можливо, і добре, вони нам і не потрібні були. Ну, сложно, сложно говорить, нужны или нет. Если мы были в отношениях, то, наверное, нужны. Мы получали... На той час. Да. Тоді, коли мы еще не відстоювали себе. Да, мы наверняка какую-то потребность удовлетворяли с помощью этого человека, этих контактов и так далее. Поэтому, конечно, человек, понимая, осознавая, чего он поистине хотел бы, какие поистине его потребности, именно его желания, конечно, он становится неудобным для окружения, и окружение начинает говорить о том, что вот, эгоистическое поведение, ты там такой, там, не знаю, только о себе думаешь.
Поэтому, наверное, да, человеку нужно быть готовым к тому, что внутренне быть готовым к тому, что будет какое-то вот сопротивление со стороны окружающих. От добре, що ви зараз сказали про егоїстичні такі наміри суспільства повернути нас назад, так? Тобто тут ще не зрозуміло, чи є це егоїзм насправді, чи це просто такі розмови. Можливо, це зовсім не так, і так, ні, не треба звертати увагу на те, що вам кажуть. Це справді. А якщо це близькі люди, це от зараз дуже важливий момент, коли це наша мама, коли це наш тато, коли це наша донька чи наш син. Тут, чи це чоловік, наприклад, чи дружина. І тут дуже важко з цими людьми прощатися, і ніхто би цього не зробив. І ми не можемо. Ми не можемо попрощатися. Але вони забирають наше «я», не дають можливості, наприклад, розвиватися. Це якщо є така ситуація. Припустимо. Построєння близьких відносин має парадоксальну річ. З одної сторони, ми зближаємося, але в цьому зближенні ми дійсно втрачаємо «я» своє частично. Тут важно понимать, насколько я сблизился, насколько я растворился в этом человеке. Есть что-то мое или нет? С этого начать. А так, в принципе, все работает то, что и с другими людьми. Просто, наверное, мы подбираем тот формат, то звучание, которое понятно будет нашим близким, маме, мужу, там, сестре, кому-то еще, брату. Але ж мы можем попрощаться с малознайомыми, чи с теми людьми, які прийшли і підуть, а ці люди не можуть піти і прийти. Вот поэтому нужно с ними выстраивать длительные отношения, такие глубокие отношения, близкие отношения, которые основываются на открытости, доверии и вот таком взаимном слышанье друг друга. Аліно, ну наостанок хочеться, звичайно, почути від вас ті рекомендації, які допоможуть. Практичні, практичні. Можливо, люди повинні в чомусь розібратися, можливо, звернути увагу на якісь моменти в їхньому житті. Що, чого не вистачає? Більш конкретніше, будь ласка. Ну, почати з того, що фіксувати свої потребності. Вот. Все потребности, наприклад, которые есть. Ну, як? Физиологически. Вот, вот я хочу зробити? Сейчас фреш или я хочу воды. Вот, вот так, даже на таком уровне фиксировать. Ощущать вот, физическую близость, насколько я хочу или не хочу сближаться с человеком, да, контактировать. Ощущать свои мысли, прям вот осознавать, что я подумал, в каком ключе, в каком аспекте, о себе и о другом, насколько это сочетается. Конечно, уметь справляться с неопределенностью, с этим напряжением, которое возникает от того, что я заявляю что-то миру, предъявляю как-то себя этому миру, и другие могут отреагировать, ну, по-разному на меня. Поэтому если степень дискомфорта будет возрастать, конечно, обращаться к специалисту, чтобы психолог помог человеку пройти этот путь. Но если есть внутренние силы, тогда стоит пробовать и звучать громче, убедительней, не так тихо и робко для других. Але пробувати треба, звичайно, однозначно. Тому що ми втрачаємо себе. Да. І знову ж таки, не плутати з тим, що постійно треба говорити усім «ні», да, усім відмовляти. Ні в якому разі. Это так, залишатись собою, але в загальному розумінні цього слова. Да. Тобто в стосунках да. з суспільством, з вашими близькими людьми, з вашими друзями, да. знайомими і так да. далі. І абсолютно. Тоді це буде взагалі комфортно для усіх. Да, ну в этом процессе, который вы назвали все так классно, тут важно вот знать, где я, где мое это я, какое оно. Звичайно, так. І дуже дякую вам, пані Аліно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді важлива тема, вона важлива в усіх сферах нашого суспільства, ми так живемо. І в сучасному світі, коли зростає це таке, не знаю, навіть відчуття того, що вроде ты среди толпы, но ты одинок. Это как раз тоже про разграничение себя и своих границ. Ну так, тому прислухаємось до себе більше і, звичайно, стаємо після того з розумінням себе, своїх власних потреб і того, хто я у цьому світі. Дуже дякую вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.